Казахстанцев от 14 до 35 лет будут награждать за патриотизм и активную гражданскую позицию. Министр просвещения утвердил новый знак отличия «Ель-Үміті», то есть «Надежда страны». Медаль трех видов – бронзовая, серебряная и золотая. Вручать их будут, в частности, за спортивные достижения, в том числе по национальным видам спорта. А еще за раскрытие творческих талантов, интерес к чтению, волонтерство, изучение истории, природы и наследия родного края и традиционно за участие в Олимпиадах. Причем поощряется не разовая инициатива, а достижения, проявленные за период от полугода до полутора лет. Желающие отличиться должны будут зарегистрироваться, им определят наставника и распишут график. А вот решение о награждении примет специальная комиссия. Правила и места для регистрации Министерство просвещения обещает публиковать дважды в год.